уже около 15 лет. Меня зовут Алексей Пантюхин, и в этом небольшом видео я покажу только одну вещь, которая позволит вам построить свой бизнес в интернете и получать прибыль уже в первый месяц. Но перед тем, как я покажу эту вещь, немного о себе. Алексей Пантюхин – профессиональный юрист и амбициозный предприниматель. Вырос в семье военных в небольшом городе Северодвинске. Обучался в одном из ведущих вузов Москвы в военном университете Минобороны. После этого более 15 лет проходил службу в органах военной прокуратуры, прошел путь от следователя до заместителя военного прокурора крупного гарнизона острова Сахалин. У Алексея отличная семья. Красавица супруга Ольга. Двое детей – Александра и Владимир. В свое время я начинал, как многие. Школа, военный университет, служба по гарнизонам. В один момент, спустя 15 лет службы, я понял, что не готов тратить время на один и тот же график, однообразную рутинную работу, ту же самую зарплату без перспектив ее роста в 2-3 раза. Я стал анализировать, а что же дальше? Прослужить еще несколько лет и к 50 годам остаться с одной лишь пенсией и дергающимся глазом? Я понял, что время – самый ценный и невосполнимый ресурс нашей жизни, поэтому принял решение все в корне изменить и создавать актив для своей семьи. Мне давно не давала покоя фраза Уоррена Баффета. Если вы не найдете способ зарабатывать, пока вы спите, вы будете работать до самой смерти. Я провел свои исследования в этой области, и они показали именно ту вещь, о которой я хочу рассказать. И вот как это выглядит. Наша команда вывела на рынок России и стран СНГ востребованные дистанционные сервисы и технологии, повышающие качество жизни в основных элементах благополучия человека. Безопасность, здоровье, финансы и самореализация. Это и круглосуточный юридический сервис, и цифровая телемедицина, финансовые советники и многое другое. Потенциальные клиенты – это порядка 70% населения этих стран. Ведь большая часть наших граждан не знает своих прав и не умеет их отстаивать. Система здравоохранения не закрывает потребности всех граждан, а уровень финансовой грамотности оставляет желать лучшего. Я нашел для себя возможность по-прежнему помогать людям в сложных ситуациях и повышать их уровень благополучия в целом. Мне в команду нужны амбициозные люди, которые понимают, что будущее за новыми идеями и технологиями. Вот что нужно сделать вам. Заполните анкету под этим видео, и вы получите доступ ко всем материалам и ко мне на онлайн-встречу. Кстати, вы также получите мою книгу «Как оставить офис, построить дом мечты и бизнес онлайн». Кто-то не заметит эту информацию или отнесется к ней несерьезно. Но если вы досмотрели до этого момента, значит у вас в руках блестящий шанс. Мы вместе работаем на будущее, но зарабатываем каждый для себя. Станьте частью успешной команды и будьте первыми в перспективном бизнесе.